С каждым годом предприниматели становятся все моложе, и данная тенденция может привести нас к такому. Плохо это или хорошо, мы не знаем, но как минимум это миленько. Мы зарабатываем очень много. Вот столько. Не сиди на месте. Любой может стать богатым. Дима Портнягин, какая у тебя маржа? Я не люблю дешевые понты. Проигрыш не проигрыш, а часть игры. Прошу прощения, меня задержали на совещании. Деньги любят смелых. А значит, меня. Бизнес-молодость? Я вас умоляю. В бизнесе главные лиды. Придумал идею. На коленке склепал ландос. Запустил трафик. Бабки пошли. Изи. Я инвестор. Я начинаю день со стакана красной икры. Срочно продавайте. Тони Робинс, ты кто? Бизнес-формы бесполезны. Гриша Аветов, привет. Тебе не нужна мотивация. Иди работать. Научился ходить, учись говорить. Научился говорить, учись продавать. Научился продавать, красавчик. Я могу купить маме все, что она пожелает, за ее деньги. Дашкиев Иосипов, что там с самолетом? Когда я начал заниматься бизнесом, ты еще пешком под стол ходил. Да и я тоже. Если вы думаете, что бизнес – это кайф, то вы ошибаетесь. Я прогорел на свитерах с оленями. Работать на дядю никогда в жизни. Биткоины для малолеток. Кто такой Тони Робинс? Имидж ничто, жажда все. Вот так вот. Не бойтесь тратить деньги на рекламу. Даже если они последние. Я ее 3 раза перечитал. Жажда. Вот это крутая книга. Жажда все. Даже дети знают, что делать. Испытай жажду.